Она сел, а сама ребенок на стол и с экран. Жизнь бабушка и говорит. Бабушка, бабушка, а почему у вас такие большие руки? Это чтобы тебя обнимать, тебя, дитя твое. Бабушка, бабушка, а почему у вас такое большие глаза? Это чтобы тебя слышать, дитя мое. Бабушка, бабушка, а почему у вас такие большие уши? Это чтобы услышать тебя. Бабушка, бабушка, а почему у вас такие зубы? Чтобы скорее съесть тебя. И съел красную шапочку. Так не успеешь. Потом я убираю красную шапочку. А это волка. Успеешь, вот. Бабушка, красная шапочка, колобок. За малой жизни. Та же красная шапочка. Но это самый низкий. Это волк-то не жевал.